Я присутствовал на многих лекциях и фибовских, и в Евролиге. В общем, информацию почерпывал, но подготовился. Дело в том, что, ну как сказать, наверное, уровень баскетбола все-таки в Европе выше, и там и требования выше. Здесь требования чуть пониже, и уровень, естественно, ниже как и баскетбола, так и судейства. То, что мы можем... Нужно учиться, учиться и еще раз учиться, слушать семинары, читать правила. Слушать семинары здесь, по возможности выезжать куда-то, как, точно так же, как тренерские семинары. Тренерские семинары проходят везде в мире, в том числе в NBA, и люди ездят туда. Точно так же проходят везде и судейские семинары. Этим нужно просто интересоваться. Ну, во-первых, мне очень баскетбол нравится. Я в него играл на каком-то уровне, да. Ну, обычная ситуация судьи, да, карьера судьи. Человек, играющий в баскетбол, потом появляются какие-то проблемы, травмы и так далее. Плюс отец у меня был достаточно очень сильным игроком, кто не знает. Потом был судьей, и по его рекомендациям, как я считаю, это нормально, когда отец помогает своему сыну. Не помогает судить на площадке, а советует, что делать. Самое сложное, ну, найти общий язык с тренерами, вот это и есть, и с игроками найти. Как вы к этому стремитесь? Работаете над собой? Ну, работаю над собой, в каком смысле? Пытаюсь правильно общаться, правильное общение, я считаю. Молодым коллегам хотел бы пожелать, в первую очередь, это хорошая физическая подготовка и общение, и учение иностранного языка, чтобы добиться каких-то целей. Ну, вы знаете, баскетбол настолько интересная игра, что нюансы в правилах, сами правила меняются в раз в 4 года, нюансы каждый год. И перед каждым семинаром обычно какие-то моменты небольшие, но они изменяются. Поэтому на сегодня мы обговаривали здесь, были новые нюансы по зоне. Последние 2 минуты изменяется владение мячом команд. Поэтому не все могут правильно интерпретировать это. Поэтому групповое обсуждение, мы находим истину, мы делаем правильные выводы, что в течение сезона мы могли в первую очередь не допускать ошибок, во вторую очередь мы могли сами объяснить это и игрокам, и тренерам. Семинар – это всегда обучающее, то есть человек должен постоянно обучаться. Нет ни одного судьи, который знает идеально 100% правила. Да, каждый из нас профессионал, мы каждый раз перечитываем, чуть ли не каждый день этот устав правил, готовимся к играм. Но все же в дискуссии, как говорится, рождается истина, поэтому те нюансы, которые даже вот прочитав, кто-то воспринимает по одному, кто-то по другому, в дискуссии мы находим правильное решение. Поэтому семинар, без него никак нельзя подготовиться к сезону. Общения недостаточно. Вот. Но в том плане, что мы все очень загружены. У нас график национальный чемпионат, международные игры. Поэтому просто физически чаще мы не можем встречаться. Мы, конечно, переписываемся между собой там имейлами, посмотрим видеомоменты какие-то, просматриваем. И можем между собой по электронной почте меняться мнениями, просматривать видеомоменты. Но вот так большой группой собраться, к сожалению, у нас получается только 2 раза в год. Знаете, самое сложное в нашей профессии, судья – это, знаете, как проводник. Вот между, вы включаете лампочку условно, да? Вот между резеткой и накалом лампочки вот идут провода. Вот чтобы эти провода не перегорели, они исправно работали, так и судья на площадке. То есть он знает правила. Игроки, возможно, многие знают правила, но нюансов и тренера всех не знают. И вот задача судьи эти правила не только как бы знать, правильно применять, но применить в нужный момент, в нужное время. Потому что судья – это не только человек, который знает правила, он также и психолог, потому что, вы знаете, много эмоций. Тренеры, игроки, зрители, накал борьбы, последние секунды. То есть, и вот тут даже судья как дирижер оркестра. То есть это очень, ну, такая интересная и очень ответственная профессия. Ну, на сегодня, к сожалению, вы правильно задаете вопрос, нас не привлекают к тренерским семинарам в Европе.
Есть ряд ведущих коллег, больше это западные судьи, которые участвуют в семинарах тренерских. Почему у вас, например? Ну, знаете, в частности, меня, наверное, я еще молод, вот, мне так кажется. А во-вторых, к сожалению, Украина как баскетбольная страна, ну, на сегодня не является ведущей страной в баскетболе. А все хотят видеть, естественно, судей из ведущих стран. Вот надеюсь, что в скором будущем мы изменим свое положение. Хотя, честно скажу, что арбитраж украинских судей на очень высоком уровне. У нас 5 арбитров в Евролиге, нас 9 действующих арбитров в ФИБА. Мы обслуживаем чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры. Также были с участием украинских арбитров. Поэтому тут, знаете, как в хорошей рекламе имидж. То есть нам немножко надо улучшить имидж. То есть как продукт. Если он рекламирован, красиво завернут, вы его покупаете, хотя может быть другой продукт лучше, но вы его не знаете. То есть тут немножко наш имидж страны, нам немножко его улучшить, и все будет хорошо.